Вы знаете, я хотел бы сказать очень важную информацию. Дело в том, что мы с вами сегодня здесь встречаемся первый раз в этом клубном сезоне. Да, дружище, тебе спасибо. Но мы с вами совсем скоро услышимся. Да, и вам всем большое спасибо. Всем, кто здесь. Я хочу сказать, что совсем скоро будет следующая трансмиссия. Я хотел бы ее проанонсировать. 13 апреля в Санкт-Петербурге приезжают космики Эва Хьюлетт. Также там будут Киа Лаберт и другие. В общем, мы с вами надолго не прощаемся. 13 апреля встречаемся на трансмиссии. Да? Прямо сейчас я хотел бы вам представить человека, который будет дальше играть, потому что мы с ним уже очень